установка ламината хардвуда в апартменте. Сейчас делается вот эта вот маленькая комнатка. Здесь необходимо будет сделать заход в сторидж, примыкание к кафелю. Все пока идет своим чередом. Переход из одной комнаты в другую осуществлен. И сейчас идет застил основной массы. Уже ложно. И остались вот эти завершающие элементы, которые мы сейчас и укладываем. Комната полностью закончена. И мы переходим к следующей. Здесь намного большие просторы, поэтому работа пойдет побыстрее.